Всем доброго дня, дорогие друзья! Здорово, товарищи! Здорово! Ты что за зубы? Здорово! А первоначально мы хотели, Ливона сюда посадить, да. И он первый выздоровался. А потом вылезал. Да. Опять мы в Измайловском, Щелковском пищевом павильоне, да. И обзираем. Что мы сегодня обзираем? Сегодня мы будем... Еду. Да, сегодня мы будем обзирать в трех заведениях, которые вы уже прочитали в названиях, крылышки. В каждом из них, давайте пройдем, да. Я буду потихонечку говорить. Крылышки. В каждом, я удивился, оказывается, Бургер Кинг есть, и Макдональдс я узнал, когда мы в прошлый раз были. Заходите. Но здесь-то понятно. Ага, спасибо. А у Сюзанны Христофоровны нету. У нее только колеса. У Евгения Михайловича вижу крылышки на стримах. Сразу мечтаю. И вот мечта осуществилась. Жрет крылышки. Да? Специально не жрал. Специально. Попробовал. Кто, ты? Конечно. За вчерашнего дня? Да. Ну, по тебе видно, ты немножко похудел. Ливон, завет. Нет, вчера я ел вьетнамскую. Купоны есть? А? Купоны есть? Нет. А чем мы сюда пришли? А, скачивай. Здорово. Здорово. Успокаивайся. У тебя купоны есть? Какие купоны? У нас в колхозе такого нет. Давайте острые, да? Давайте. А сколько у вас, сколько у вас на компанию? А водичку как будем покупать? Опять по одному стаканчику? Давайте 14. А попить? Водичку как будем покупать? Опять по один стаканчик на всех? А как ты хотел? Иди в туалете. Ты какой соус будешь? А? Какой соус будешь? Барбекю. А я буду... У вас кисло-сладкие есть? Кисло-сладкие. А мне и барбекю, и кисло-сладкие. Нет, не кисло-сладкие, и этот, еще похожие на него кисло-сладкие, терияки. Терияки, да. А есть вот на 14 крыльев купоны в приложении? Нет, на 22 есть. На 22? Ой, мы объедим все остроты. 22 это по 7 крыльев. А можно, в принципе, здесь поесть остроты, а там уже просто посравнивать. А там милоты. Да. Да. Приложение да. У меня есть, я сейчас скажу вам. И это будет здорово. Давай тебе невесту тут найдем. Не смотри, надо. Какие красивые тут. Чего? Я не готов. Чего ты не готов? Все, ты не готов. Вот биологические часики кота. Тикают. Ну. Вон они. Да, Жень? Ой-ой-ой. Часики тикают биологические. А что ж мы... Надо было нам заранее куда-то. Садись на жердочку. Ливон, чего твое, садись сюда. Какие тут табуретки интересные. Обратите внимание, сегодня шикуем по напиткам. Да. А я думал, а стакан один. Три стакана. Блин, они же даже не двигаются. А ведь, знаете, одно время даже считал, что мне казалось, что назывались крыльями, а выглядят они как ножки. А на самом деле это вообще голени, да? А вообще это голени, да. Да, вот да, так не вот. Удивляйтесь. Как там Дима поживает? Дима неплохо. Митя. Да. Он же Митя. Не Митя, а Дима. Дима нормально. Дима хорошо. Молодец. Ну, дорогие друзья. Че он сейчас? Даже... Ой, да запах-то какой приятный. У тебя сегодня соплей нету, Ливан Завенович? Нет. Ну, слава богу. А у вас нету такого, что вот иногда так хочется крыльев, очень сильно хочется крыльев? Особенно с бодуна. С бодуна, есть да. Такое, да. С пивком, как поклюбляционное оборудование, самое то, кстати. Ой-ой-ой, с пивом вообще вы не представляете. Да. Ну, давайте дегустировать. Давай. Ну-ка. Проходит дегустация в прямом эфире, в реальном времени. Вкусно. А хрустит. Да это пока... острый, да? Жень, я это острый? Я пока не почувствовал. Острый, да? Острый. Блин, надо было не острый лучше брать. Да не острое. Это вот самое мое любимое мясо. Ага. Вернее, часть. Угу. Ее откусываешь, здесь есть мясо. А там одни кости, вот как у Ливонца. А если это голень, почему называют крылышками? Покажите это удивленное лицо. Ливон здоровает. Здорово. Как спросит, да, а задача на весь оставшийся день. Ну. Ты сиди, вон жуй. Не, острота присутствует. Вот поставь на кока-колу, как она будет, с кока-колой сочетание как идет. Ливон Завич. Ну, поставь ее. Красиво. О.
скажи. Мы на ЗОЖе. Мы на ЗОЖе, скажи. Да, кто на чем, а мы на ЗОЖе, да, Евгений Михайлович? Вот дает, а вот. Это мой придуманный ЗОЖ. Это смотри, как надо снимать. Леха, давай, пробуй. А я сам буду. А я второй рукой буду. Я уже третью начал. Да ешь ты, ешь. А ему надо 7. Ну. Блин, я боюсь обляпаться просто. Леон, смотри, чтобы я не обляпался. А ты не бойся, а делай. Как я, да? На брюки. Бах и положишь. Леон, хорошо, ставишь шаурму на брюки. Это тебе курятину на брюки. Иди отсюда. Слушайте, ну все-таки с каким соусом лучше? Я вот барбекю люблю. Мне кажется, барбекю он больше к бургерам подходит. Да. А кисосатки именно к крылышкам. Да, а носочки? Да, сырной картошки. Сырной картошки. Да. А я вот не привередливо ваше чемпионство. У меня барбекю ко всему подходит. Правильно. Это майонез. Майонез ко всему подходит. Леон, скажи, мне что дадут, я то и ем. Скажи. Скажи вот. Не все я ем. Хрустит. Черт ее. Горит? Горит и хрустит. Ну, мне кажется, меньше остроты, чем обычно. Некоторые бывают... Знаешь, он пикантный, не острый больше, а пикантный. Пикантный, да-да-да. На кока-колу ее надо ставить. Да-да-да-да. Нет, потому что бывает разная острота. Скажи, какая кока-кола, это пепси, дятлы. Слушай, а бывает так, что попадается совсем острое? Ничего, бывает, конечно. Самое главное, сейчас посчитайте, сколько времени у нас? Сколько? Сейчас часов 11, ровно 6 часов. Вы вспомните, что были в KFC 6-8 вечером. Почему? Потому что из одного места... Побежим в склад? В складу будете. Ты по себе не суди. Посмотрим. Нам некогда в 6 часов, мы на свидание пойдем, да, Леон? На Бауманскую поедем. Ну, как впечатление? Ну, нормально. Вот эта панировочка хрустящая, конечно, как это и делают. А ты ее не пробовал делать? Пробовал. Получилось? Получается. Там очень много на трав и специй. Мука, там до хрена чего. Панировка идет туда, мука. Все, что в печи, на стол мечи. Мы, кстати, сегодня на моем канале сделаем типа такого же что-то. Ух ты. Да. А на канале у Леоныча мы сейчас будем делать обзор на закусочные сырки. На пять пьянцу, что ли? На пять пьянцу. Который Леоныч, конечно, не купил заранее. Иди покупай, пока мы твою курицу доедим. Не, я думаю, мы вместе это сделаем. А вот мы сделали непростительную ошибку. Да. Какую, спроси? Какую ошибку мы сделали непростительную? Мы не взяли картошечку, как дополнительное оборудование. А все, видишь, отказались. А я думал, ты скажешь, мы не сделали фотографию в Инстаграм. Кстати, да. А мне уже по барабану Инстаграм. Вот так вот ты его потрясешь, вот так. Смотри, берешь вот так вот, когда одно ведро на всех стоишь, так, чёрт-чёрт-чёрт. О, вон она, я думаю. Самая здоровая. Кому какие крылья нравятся? В виде ножки или в виде двух ножек маленьких? Мне вот такой нравится. Да ты чё? А мне наоборот большая нога. Мне чем больше, тем лучше. Есть такая картина, называется «Едоки картофеля». Так вот, наша картина называется «Едоки курицы». А точнее, крылышек. А что, когда-нибудь будешь картину и напишут «Едоки крылышек»? А есть такие же, только не острые? А я не знаю. А какой смысл? Это как жизнь без любви. Ну да. Так, ну что? Опа. Ну давай. О, как у нас жизнь без любви, да, Леон? Да, ничего. Зато у нас есть любовь к крылышкам. Да. Кушай, кушай, дорогой, кушай.
летние соуса. Ну, посмотрите, что у нас получилось. Как мы поели хорошо. Все, я отстрелялся. Молодец. Теперь посмотрим на Евгения Михайловича. А у тебя же недалеко Киевский, да, дома? Вот ты туда и лазишь постоянно. Да? Недалеко. Вот ты туда и лазишь. А езжу я на Дмитровскую. Потому что, когда я уже хочу крылышек, Нитимирезецкие закрыты. Давайте подведем итог. Да. Итог перед вами на столе. Мы уже наелись, и картошечки только что не взяли. И правильно, потому что у нас остались еще два места, где дают крылья. Но мы там возьмем по 6, чтобы просто сравнить. Да, можно по 2 взять, да, или по одному деле, вообще. На самом деле, я уже повторюсь, я еще раз хочу сказать, очень крыльев захотелось. А, думаю, ну, а может и ролик под это снять. Все с выгодой делается с какой-то, да? Ну, отбить, так сказать, доллар-то. Нет, чтобы захотелось ролик снять, ну, решил на крылья. Да, решил. А тут крыльев захотелось, и решил ролик снять. То есть мы жертвы обстоятельств, нам-то особо и не хотелось, да? Мне хотелось. Он нас насильно сюда привел. Нет, что-то. Лимон, не хочу. Это ты его ногой под стол. Молчи, дурак. Молчи, дурак. Вот. Итак, вот, что мы сегодня съели? Баскет, 22 крылышка. Это баскет называется, да? Да, баскет, вот в этом ведерочке баскет. 22 крылышка стоимостью 514 рублей. Соусы стоят, соус терияки 27, кисло-сладкий 27, барбекю 13, и кисло-сладкий, что-то какой-то промо еще. Промо, это вот мой. А, и он 13. Короче, это соусы. Соусы почти 100 рублей соусы стоят. Дороже, чем эти крылья все, да, вместе с ведром. Пепси, у нас литр пепси обошелся нам 100 рублей ровно. И это, и с учетом всего, итог у нас 695, но заплатил я вроде как меньше, потому что у меня сработал промокод. Что-то там 12 или 13 рублей, или 20. Ну, потому что приложение скачал. Какие мы современные. Слушайте, ну, на 700 рублей мы, в принципе, поели все. Поели и выпили. Да. Выпили и закусили, Эдрёна. Но это лимон с утра не ел. Да. Правильно. Потому что идешь куда? Идешь на съемки пищевые, не ешь. Это так же, как на день рождения. Правильно? Правильно. Идешь куда? На съемки? Ну, тоже сильно голодным быть нельзя, а то тоже не все вкусы откроются. Потому что тебе быстрее бы желудочный мешочек забить. И что там, куда там? Что, чего там куда-то туда закладываешь? В общем-то, пофигу. Ну да. Чтобы было съедобно. Да. Я считаю, что нам сегодня повезло. Крылья приготовили очень хорошо. Нету уже ничего. Да все, ничего нету. Вот это, кстати, вкусная штука. Ну доедай. Ну доедаешь, нет? Ну давай, оближи. Я уже наел. Все тебе оближи. А что я хотел говорить? Что-то меня правда в сон поклонило. Хорошо. Заведению 5 с плюсом. Как, в принципе, всегда. А ты говоришь, Леон Завид, поехали к Сюзанне Христофоровне. Вот здесь тоже неплохо. А там ехать надо далеко, а но здесь в рядом с домом. Я не могу передать опыт моей бабушке. Она зато передаст нам свой опыт и покажет, какие блюда шикарные там. Все, ребята, идем в KFC. Мы уже в KFC. Мы уже пришли, Евгений Михайлович. Я говорю, чистите, забыл уже. Бургер Кинг. Да я бы... Я хотел сказать не «вы», а «из». А Костя, куда будем складывать? С собой возьмем, Эдро. Шапку. С собой возьмем. Шапку, Костя, складывай. Бабки в шапку, бабки в шапку. Дошли мы, дорогие друзья. Я просто хочу засвидетельствовать, что возле Бургер Кинга. Да. Все? Все, погнали. Ветер. Смотри, его и здесь, и там показывают. Опа. Вы смотрели, опа. Сколько, Михайлович, вы смотрели. Его и здесь, и там показывают. Что, новое видео вышло? Новое. Сейчас буду смотреть, а вам не покажу. Ой-ой-ой. А я дома позвоню. А я все равно не смотрю. Я боюсь нарезки, если с похмелья смотреть. Ой-ой-ой. Просыпаешься и думаешь, что вчера? Что же вчера? Какие я вчера гештальты пооткрывал? В твоем это не говорили еще слово гештальт. А мне больше всего нравится, когда Евгений Михайлович мне звонит. А мне так стыдно иногда, думаю.
Блин, вчера три раза Ливончику звонил. Предлагает всякую непотребство. Кого? Непотребство? Это только Алексей Михайлович может там. Дайте жалкую руку занять. Да покажи. Эй. А если я тебе ночью позвоню, можно? Нет. А тебе, Михалыч, если ночью ему позвоню? Да звони, я все равно он не сплю. Он по ночам не спит. Он хронический уже. Ну, звони, у меня все равно телефон на беззвуке стоит. А тебе не дозвонишься, когда надо. Ну. Звонишь, вообще-то никогда не дозвонишься. Да. Потому что на беззвуке стоит. Кстати, у них вот новинки хорошие, это стрим ролл там с креветками, с всякими вот этими. Вот ну креветки-то я тоже. Но это вот новый бургер. Здравствуйте. А мы пришли попробовать. У нас тема сегодняшнего видео под названием «Пробуем курицу». Мы были в KFC, теперь пришли к вам. У вашей курицы есть крылышки? Крылышки есть, да. А с какой, сколько порция? Порция, да. 5, 8, 15. Есть самая большая порция 29. Не-не-не, мы уже там... Вы самую минимальную. Ну, минимальную, да. 8? Да. 8? Да. Значит, что у вас были бонусы спасибо от Сбербанка, а вы не знали об этом, да? Нет, не знал. Проходите, списывайте. Заказывайте. Добро пожаловать. Списывай. Вот что значит магия. Вот что значит, да. Все. Мошенничество. Вот тебе чистой воды. Слушайте. Какой все-таки хороший банк. Мошенничество в каком плане? Ты чувствуешь, что ты как будто обманул, что ли? Да. Ты видишь, какая магия сбербанковская, а? Да ладно, не перехваливай тоже. Да, это не реклама. Не, ну... Между прочим, Матинькова отказался, карту заблокировал, счет закрыл. Все. А ты в курсе то, что ты когда расплачиваешься карточкой в магазинах, там какие-то копейки берут НДС? Да, в курсе. И вот эти вот копейки, они потом тебе превращаются в бонусы спасибо. Они у меня копятся. У меня уже 49 баллов. Поэтому эти бонусы, это, по сути, твои же деньги и есть. А, ну ладно. Дядя. Дядя, здорово. Опа! Отлично. Ой, спасибо. Вот так вот. Прилипли, и все. И никак. У нас клей такой. Супер. Опять на тебе наругались. Не, ну мы что? А если вот сериалы снимают, там тоже же это, там же эти артисты. А что мы? Мы кино, скажем, мы не сериал, мы кино, ядро. Как ладошками воду пить можно из этого ручейка. А чего мы не взяли стаканы, да, в Киеве? А почему я один-то взял опять на всех? Остальное ладошки будем набирать. Слушай, так у меня бонусов спасибо там. Я могу вообще здесь всех стаканами угостить, в принципе. Ну давай, чё? Ну дерзни. А если в Макдональдсе тоже бонусы? Так я у меня вообще писал. В Макдональдсе нету. Скажи, Лимон, в Макдональдсе нету. В Макдональдсе нету. Но. Скажи, в Макдональдсе нету. Не, лучше на бонусы мне мороженое. Все тебе мороженое. Шучу. Ходили. А в итоге пришли на наши старые местечки. Ойся, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся. Ты чего там налил? Пепси опять. Севен ап, что ли? Ну. Ну нормально. А то скажи, все пепси, ты пепси. Да. Ну что, на вскрытие? Ой, красивые, слушай. О, Ливон, скажи, ядра. Здесь нужно, как в фильмах показывать, когда сокровища находят. Там всегда какой-нибудь фонарик подсвечивают у этих. Ой, нифига себе, а что они такие жареные прямо? Они пережаренные? Ты вот у них спроси. Иди спроси, Ливонч. Они мне скажут, иди отсюда. Нам некогда. Слушайте, ну, слушай, ну, объясните, почему в такой этой штучке? Ну... Удешевить проект, чтобы. Как? Тебе вообще на халяву досталось. Тебе какая разница, какой штучки? А тебе как показалось? Я по сценам не понял, KFC дешевле было или дороже, чем здесь? KFC, конечно, дороже. Во-первых, здесь сколько? 8. Да? Да, 8. Там 22. Ну а если бы там было бы 8, было бы дороже там все равно? Ну нет, KFC вкуснее, поэтому дороже. Ну здесь что? Здесь у нас это сколько вышло-то? 1 рубль. Да это я знаю, что 1 рубль. А по факту тоже пишет 1 рубль. 249 плюс, ну 250 плюс 90 это 350 плюс 20, 400 рублей. 400 рублей.
Ну, и добавь еще крылья, и вот как раз выйдет то же самое, что и одинаково приятно. Дорогие друзья, обед сегодня в нашем детском саду отменяется. Вместо обеда мы летим на Марс. Берите космические трубочки. Точно. Игорек, Левон, назначаюсь. Это потом зайдет, Игорек. Просто, Игорек, давай 5000. Николаевич, ты что, уже выпил? Игорек, давай 5000, скажи. Что, втыкать? Втыкай. Так меня еще никто не называл. Игорек. Ох, хороша. Смотри, сегодня у нас ноу-хау. Уже не одна, губу прикладывать не надо, а на каждого трубочка есть. Слышишь, Игорек? Я не договорил. Игорек, давай 5000, друг. Игорек, назначай тебя капитаном корабля. Есть, сэр. Ну что, как? Ну нормально. Вот. Нормально, да? Нормально. Можно я так глотну, так? Пососу немножко. Пососу, потом глотну. Нормально. Что холодное такое, а? Что такое холодное? Ага. Мы же в космосе. Да, точно. Тут температура за бортом, знаешь, сколько? Ну-ка. Дайте-ка я попробую. Ну, видишь, это даже точка росы образовалась. Обстановка по кайфу, да, Леон? Да. Скажи, обстановка по кайфу. По кайфу. Ой, вкуснятина. Угу. А что это все пепсикулы да пепсикулы? Да я тебе про то и говорю, давай что-то другое возьмем, там вон куча всего. Да. О, так мы можем сейчас это допить и сходить и все заодно. А можем сделать этот коктейль из разных. Тогда надо сбежать вон в тот магазин. А что это розовый цвет такой, какой-то немного это напоминает? Чесночный. Чесночный. Цвет не, такой немножко немного... напоминает гламур. Цвет такой. Гламур. Немного... Нет, розовый цвет... гламур. Не, розовый мне другое напоминает. Что тебе напоминает? Ты говори при... Опять распидорасила их. Давайте. Вскрывайте. Игорек. А, да, Игорек, давай 5000. Бери свою космическую ложку. Они уж какие-то зеленые стали, но... зеленый цвет. Так это космическая еда, короче, видишь? Первое на испытание я, на да? Вид не казист, ну, да? На вид не казистый. Если не сдохну, ну, да. Значит, все покушайте. Да. Что на цепанул? Слушай, ну на вид, я скажу честно, я вот опять, как говорится, опять у нас Бургер Кинг виноват во всем, а? На вид, конечно, не совсем аппетитно выглядят, и по запаху... Зато смотри, они же, это считается крылышки, да? Но. А тут одни почти голени считаются, микроголени. По запаху все-таки KFC лучше намного для меня. Давай, Игорёк, книгу ешь. По обложке не суди. Подожди, давай, Игорёк, ешь другой еды. Мы же не открыли. В звездолёте нет. Ну и соус не открыли. Вот на, соус тебе открыли. Это поставь, этот самый. Став на соус. А это чей, розовый, это что такое? На, Лёха, ещё открой. Став на соус. Они в панировке, не могу понять. Нет, не в панировке. Они в тонировке. Тонировка. Они в панировке. Ну как? Кушать можно, мне кажется, оно больше на домашнюю курицу похоже. Да. Да? Да. А вот Лёхе не будем говорить, что у него на губе белое? Это у него от этого. Это космическая... Скорее вытирать. Космическая простуда образовалась. Можно чуть-чуть сосну? Сосни. А Левончик другой стороной трубочку поменял? Соси на здоровье. Кстати, знаешь, что чернослива, вкус, привкус есть чернослива. Какой-то, может, на черносливых этих листьях, что ли, делают их? На черносливых бруньках? В бруньках. Чернослив? Ну, попробуй. Это, что ли, мне так попалось. Может, ты соус этот горчичный? Прям чернослив чувствуется, да. Реально. Ну, какую-то специю добавляй туда. Ну, тоже остренькие они. Да? Может, мне такая попалась просто. Это панировка с какими-то специями, которые, знаешь, дымок придают. Да. А чернослив чувствуешь, Жень? Есть чуть-чуть. Да. Ну, зато но они... это не чернослив, это какая-то специя. Да? Но они не острые. Они прям чуть-чуть прям остренькие. Знаешь, я не могу... Они остренькие. Они сделаны в этом. Они... Я так понял, на гриле, что ли? Да. Хотя нет. Короче, но те во фритюре, а эти на гриле. Так и эти, мне кажется, тоже во фритюре. Вон, смотри, везде обжаренные. Ну, да. Эти тоже во фритюре. Но не хрустят. Не хрустят. Да, потому что их ни обсыпкой не обделали. Ну-ка. Левоныч, можно я твою воду попью?
Не, ну на вид-то красивая. Но так вот издалека смотришь не казистая, а вблизи на самом деле красивая. Mm-hmm. Аппетитная на самом деле. Видишь, тут какие-то еще присыпочки вот эти вот есть, да? Вон они, присыпочки, вот, да? Вот эти вот, Леончик поставил на соус, да, Лева? Да. Молодец. Так, слушайте, ну, обмакнул. Я думал, будет хуже. Mm-hmm. Достойно. Достойно, не сухие, как с виду кажется. Мне даже кажется, к пиву даже вот эти лучше подойдут. Да, да, да. Их еще чуть-чуть подсолить, мне кажется, надо. Тебе совсем жаль. Жень, иди плесни, пивка там нету. Леон, иди плесни. Пивка. Кстати, а почему крана с пивом нету? Да. Выручные надо такие вещи делать. А там все бутерброды с колбасой, да? И с салом. Без прослойки. Слушай, ну здесь хрящики вообще не жуются. Угу. Какие-то зашушенные какие-то чувствуются. Там-то, видишь, там съел хрящик, раз, и все. Прожевал его. Ну. Так. Mm-hmm. 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 Слушай, ну эти идеально, мне кажется, с горчичным соусом. Mm-hmm. Ну, так, хватит уже мыкать. Батя сказал, хватит мыкать. Батя это батя. Батя это батя, мать это мать, я это я, ты это ты, ты это ты. Да. Ну-ка, еще щечночный. Ну, поставь, поставь. Тоже идет, кстати, с ним. Да? Угу. Слушай, совершенно другой вкус. Вкусно. Совершенно другой вкус. Да. Да. Нет, горчичный мне не понравилось. Да. Черт тебе вот так кидаешь. Леонид, кидай его так. Это черт тебе. Как пират. Ты еще не доел? Это... Леонид еще не доел. Доем? Не, я люблю хрящики поесть. Но здесь хрящики нет. А мне Лёля хрящики любит. Я ей всегда хрящики отдаю. Забирай, Лёля. Да, ну куда? Мы сегодня будем сами готовить тоже, типа такой. Это черт тебе скажи. Ну вот как раз на вас смотрит, смотри, ангелские крылышки. Ну бери, бери. Да ешь. Мы еще сегодня и сырки будем есть. Ну. Я уже, честно говоря, наелся. А еще Макдональдс. Ага. Мы еще в Макдональдс пойдем? Да. Да ладно. Там тоже. То есть ты тройку всего. А там тоже есть крылышки? Там тоже наливают. Там тоже крылышки. Да? Да. Оказывается, я не знал. Я тоже. Я думал, там только Биг Тейсти. Извините. О, как Женька есть, смотри, серьезно. О, как серьезно есть, смотри. Профессионал, смотри, как он открывается. А что серьезно? Всего. Съели все. Долизывай соус. Ну, обратите внимание, какая разница вкуса. Карелия в панировке с пепсиколой. Да. Карелия не в понятной панировке, непонятно в чем обжаренные. Неприглядного вида, но в каляре. В каляре. И с севенапом. Да. Другой вкус. Да. 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 Да, но мне все-таки тот вкус больше понравился. Да? Да. Но они хрустят. Те, кто голубка выпустил. Мне тот вкус больше понравился. И голубка пустил, говорит. На тебе, Леха, какой больше. Да мне и тот, и тот. Вот эти бы я взял с пивком, а те с пепсиколой. Вот те бы я, конечно, бы с пивом. Нет, те с пепси очень хорошо. Да, да, да. Идеально. Да. Мне и те, и эти, знаешь, вот реально даже не знаешь, что, нет, что если лучше. Честно, по-своему, и эти хороши, и те хороши. Но просто душа вот больше лежит все-таки в KFC. Там потому что панировка такая, она хрустит, да, своеобразная. Но те, да, те прям они острые, а эти вот. А я острые люблю. Острый лайт. Я острые люблю. Ну ты любишь, я думаю. Нет, нам еще попались не такие острые. И мы... сочные, кстати, тоже и нам сочные, попались. Да. Да. Нам попались, да. Да. Я нужен салфетон. Ну давай. Ой-ой-ой-ой-ой. Какая а тут... красота! Зима пришла. На Щелковской зима. Да. Дождь Тверской, Тверской. В Челях и на Щелковской. Дождь завладел Москвой. Зима, зима! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Какая хрень, а какая, какая... перчь! Ну, благо,
Макдональдс недалеко. Да, там вот вся урмочка еще ближе. Может, перекусим? Что-то я проголодался. Нет, вопрос. Кстати, самая вкусная шаурма это вот здесь, вот в Измайловском районе. Вот, вот здесь вот. У нас есть обзор с Барянычем на канале Леха Хомяков. А я считаю, самая вкусная шаурма это вот... В Армении? Нет, в этом. Ну, если не реклама, но мне бы очень понравилась эта шаурма от этого Хача. Она у Хача, да. Да. Ну, я имею в виду, вот в Измайлово ты приехал, вот шаурмочку забирай. Там лаваш тянется, у меня все зубы вылезут. Ну ты сырным бери-то лаваши, он не тянется, у него структура погрубее. Ты любишь понежнее или погрубее? Я люблю понежнее. Но. Понежнее любит. Да. А зубы поэтому и выпадают, потому что она тянется. Надо брать погрубее, она на откусывание лучше. Профессионал. А можно пошучу? Ага. Лена, обнуленина. Скажи, пацаны, кто в теме, ставь лайк сразу. Ну. Она еще. Еще до 30. До какого года? До 36-го. До 36-го года. Шутки будем шутить. Как холодно. Ой. Ладно, мне надо. Так холодно, блядь. Почему мне так холодно, блядь? Стоять, когда Левон Завенович переходит. Да? Левон Завенович говорит, лучше бы я не пошел, а там бы постоял, вас подождал. Мороженое нет, теперь расстроился. Смотри, какой расстроенный сидит. Ну иди постой, вон там он, а мы тут здесь пообзернем, потом выйдем. Но ты еще два крыла влезет в тебя? Нет, конечно, без мороженого. Да, Леон? Ну иди там, подожди на улице. Мне холодно, куда ты меня гонишь? Ну тебе мороженое не дали, скажи, я не буду вообще. Я этот прикрыл-то. Есть Макдональдс. Леон завез, ну не расстраивайся, родненький. Ну что тебе это мороженое? Я тебе потом пломбир куплю тебе отдельно. Мы ему купим потом мороженое, да? Не надо мне. Жень, скажи, мы тебе купим потом. Конечно, все купим. Не вопрос. Мороженое сало. Ведь Лимоныч, он знатный салоежка. Да. И вот сказать, сало я люблю. Да? Не, ну что-то быстро принесли, я не ожидал. И принесли быстро, и мороженое нет вообще. Борзеют татари. Ну, во-первых, давайте сообразим, сколько здесь у нас работало. Да. 358 рублей. Угу. Будьте здоровы, будьте здоровы. Лимоныч, похлопай. Не кашляйте. 358 рублей и всего 6 крыльев. Там у нас 8. Вот такие. Что это, Идрин? Ой-ой-ой-ой. Кто это такие? Это кто такие? Они какие-то, знаете, не знаю. Сейчас я скажу, какие они. Конечно, не знаем, еще не пробовали, потому что. 358 рублей. Я, знаете, в этих маркетинговых акциях запутался. Не могу понять. Либо это дешево, либо это дорого. Это просто чисто крылья или это с водой? С водой, с водой. Воду мы тоже взяли. И соус тем более взяли. Ну, но здесь, как обычно, быстро приносят. Не успела куртку снять, а уже принесли. Да. Просто какая-то... А так они чистоходные, сколько стоят они? Крылья-то? Так они и стоят. А это комбо, да? Не, это не комбо. Это 6 крыльев, 182 рубля. Значит, дороговато. Да это курицу можно целую купить, запечь в духовке. Эксперт расстроенный наш сидит. Тюли вон вчера. Че тебе не дали мороженое? Вот ты расстроен. А что, не расстроенный, сидит хмурый. Говорит, мороженое не дали. Так у них машина сломалась просто. Машина сломалась. Это техника, Леонид. Зато здесь у нас лакшери. У каждого свой стаканчик есть. Ломайся ты, что ты целочка не пробивай. Иванов что-то задумал. Ну что? Видимо, отомстить Макдаку за то, что мороженое не подвезли. Самый неприятный запах у всех трех. Вот это я то же самое буду делать сегодня в видеорецепте. Да? Практически. Даже интереснее. Ну и что, ну как вообще? Запах... Обычная вообще домашняя. Обычная домашняя курица. Специй никаких? Нет. Вообще не заморачивается. Что-то даже есть перехотелось. О, Влад, привет. За это разбана не будет никогда.
Комрады, подписчицы, подписчики и просто случайные зрители, зрительницы. С вами Влад Савельев, вы на канале, а у него сейчас новый канал же. Новый. Жизнь нуля. Жизнь нуля. Опять обнули. А этот первый обнулился, смотри, как чуял, да? А Путин подписан же на его канал и тоже говорит, мне тоже нужно обнулиться. И тоже обнулился. А вот с кого и пошло все. Вот откуда все и пошло. Как-то пошутил. Я бы сейчас эту тему продолжил. Да, в лагеря, в Красноярск я потом поеду, а не в Краснодар. В Красноярск, но не в Краслах. Хочу поехать. Леонидович, ну тебе как-то? Никак. Понял. Ну-ка, ну давайте я. Себе. Себе. Не понравилось. Слушай, ну она, мне кажется, даже здесь какая-то, даже не курица, а цыпленок. Она вообще сухая такая, кстати. Да и маленькая, смотри, маленькая. Маленькая, сухая. Вот в KFC именно сочная, хрустящая. Конечно, в первом месте это KFC, конечно. Да. Вообще, это дома, скажи, я сам себе такие на противне приготовлю. Да я вкуснее с чесноком. Ну. Ай, слушай. Я думал, сейчас выкинет ее и скажет, черт тебе. Черт тебя, бог дает. Черт тебе, черт тебе. А вон, смотри, там какая сидит чернушечка. Иди познакомься. Вон там сидит. Не зажарите эфир. Херня не херня, а смотри. Ест, но без удовольствия. Ну, здесь курица, эти хрящики можно есть. Ну, да. Курица хрящевая. Да. Платформа хрящевая. Ну. Здесь вот фанта хорошая, не разбавленная, вот, да, Леонид? Сейчас попробуем. Только мороженое нет. Все тебе мороженое, давай. Слушайте, а давайте когда-нибудь. Что я сделаю? Ну вот, поставил на бруки опять. Вон нет. Оно, пятно-то твое. Это давно. Леонид, специальные у него бруки, на которые можно ставить курицы, шаурмы там разные. Все, что не попадет. И соусы сами. И соусы льются. Ливона сейчас стирал. Да нет, само прошло. Само испарилось. Ну, знаете, что я хочу сказать? Все. Тебе специальный свет включили хоть. Спасибо огромное. Да. Как обычно, за сервис, за быстроту, за пожелания, за атмосферу Макдональдсу 5. Да. Вот за курицу, я знаю, что даже не 3, даже 3 хотел с плюсом сказать. 3. А может даже и с минусом. Но это не их тема. У них это бургер. Не их. Да. Это так. Мне кажется, у них вот кроме нас сегодня вообще никто и не догадается даже заказать эту курицу. Да, Леон? Не, ну если они это производят, значит, кто-то заказывает. Так мы заказываем. А зато как душевно, да, там вон елочки, смотри, сосеночки. Дождь идет. Дожди. Ой, хорошо. А. Тишина. Тишины хочу. Ой, вкусненькая. Хорошо, что догадались разными вкусами запивать. А то бы взяли там пепси, там, здесь пепси, да, там да, пепси. Да. Везде пепси, да, Леонтий? Зато у меня с помощью фанты гештальт закрылся. Да, вот соус еще долежи тоже. Тебе как мороженое? Будете доедать? Доедайте. Я не хочу. Я тоже не хочу. Я вот маленькую столько съем. Ну, доешь, жень. Да не хочу. Жень. Не хочу. Ты поешь, дорогой, поешь. И я тоже не. Еще сколько всего сегодня есть. А ты еще раз поешь. Еще мы будем что-нибудь делать, курицу тоже. Как говорю, не будем. Деда, меня уже от этой курицы тошнит. Мы что-то другое сделаем. Это если бы мы с Макдональдса начали бы здесь. О, классная курица. Потом бы до KFC дошли. Фу, что на курицу не могу смотреть. Нет, в любом случае до KFC бы дошли. KFC все равно на первом месте было. Ну, сейчас нажрёмся эти курицы, да? А нам еще цирки обозревать. Да, да. На канале Левон Зе. Мне показалось, сейчас скажут на канале Михалыч. Ну что? Ну, как ваше мнение, каково? Абсолютная хуйня полная. Абсолютно совершенно. Я вас прошу не выражаться в моем присутствии. Не, ну это вот чисто как дома, да. Ну. Ну дорого, конечно. Да, да.
Если бы стоили они рублей 60, еще бы нормально. Да, да. Да я бы и за 60 это не взял. Свет гасит, говорит, у тебя пленка заканчивается. Заглушка идет. Нет, они увидели, что вы критикуете. Конечно. Такая-то подошла, послушала. Антиреклама, ну все. Света вам не будет. Электричество кончилось. Вот, сидит, смотри, какая. Иди познакомься. Вон, смотри, какая сидит там. Давайте прощаться, наверное. Давайте. Не прощаться, а говорить до свидания. Не говорите мне прощай, не говорите. Все, народ, всем чао, пока. Наелись курицы. Сейчас не выйдем отсюда, а вылетим. Вылетим на этих, наверное. Сейчас кукарекать начнем. Я лучше буду мокрой курицей, чем петухом. Сейчас кукарекать и полетим отсюда. Ко-ко-ко-ко. Лимон. Видишь, мороженое не дай, лимон чуть грустный. А у него мороженое голодание. Сон потянуло. После трех порций. Сонная порция. Города Москвы. Да. Не боец. Слушайте, мы когда попрощаемся сегодня? Ну, все, говорите, до свидания. До свидания. Пока, ребята. До свидания. Всем чао, коко. Все, ребята, всем пока. Куперику!